позвал меня на велопробег. Для него это был не первый, для меня это был первый. Я просто влюбилась в это событие, и с каждым годом ждем его. Отличное настроение. Правда, то, что погода опять, но мы уже и не такое переживали, как бы. Это же хорошая погода. Я уже не первый год в этом участвую. По счету четвертый у меня это заезд уже. Так это интересно, практики много дает. Велопробег очень понравился, но хотелось бы, чтобы вернули маршрут старый. Лично мне показался этот маршрут достаточно легким. Тот был, по моему мнению, сложнее. Велопробег прошел хорошо. Было прям кайфовое настроение и прям такая, ну не знаю, мы программу хорошую в этом году мы сделали, коллективу Тычка выступали, прям вообще ребятам респект, отлично было. Не хватило 7 километров, вот. Но в целом я думаю, что точка такая для этого года яркая, велосипедная есть, но надеюсь, что не последняя в этом году.